Как вы понимаете, я не зря экономила время, и у нас с вами сегодня, в принципе, уже завершающее выступление. Мне действительно не видно галерку, а надо было за столиками сидеть, да, да. Вот, поэтому, пожалуйста, подайте голос, чтобы мне было слышно, что вы все-таки здесь. Да, хорошо. И у нас с вами а, таймер мне поставили. Спасибо. И у нас с вами, скажем так, завершающая тема, и хотелось пообщаться. У нас с вами было два великолепных дня, и в первом дне мы, скажем так, завершаем наш предыдущий год. Мы подводим итоги, мы поздравляем победителей. Кто-то сидит, делает йогу. Знаете, такие йоги на галерке, как правило, сидят и делают так. Видели таких йогов? Йоги, вы слышите? Вы <laughs> здесь есть? <laughs> да. В общем, в первый день творится очень много. Я знаю об этом не понаслышке, потому что у меня были периоды в бизнесе, когда были классные взъемы, взъемы, взлеты. Были периоды, когда были падения, и я была тем самым йогом, который сидел и как-то там извивался. И в этот момент я вспоминала абсолютно все моменты, знаете, все времена, когда я там где-то пролежала, телевизор посмотрела, где-то недопровела встречу, Потому что кто-то такой же, как я, берет и встает и выходит на признание. Паршивое да, ощущение. Вот ничто так не раздражает, как успех рядом. И ничто одновременно так не вдохновляет. И тем не менее, вчерашний день прошел, итоги подведены. И сегодняшний день, как вы видите, он развернут в будущее. Он развернут в наш следующий год и в то, что мы будем с вами делать. И мне бы хотелось с вами поговорить о том, как сработать в 2022 году эффективно. На, то есть уже будем заземляться от восторгов и так далее, переходить а, к действиям. О чем сегодня у нас целый день лидеры говорят. А, скажите, пожалуйста, было ли у вас такое, что решение принято, цель поставлена, такое ух воодушевление и ничего не поменялось? Было такое у кого-нибудь когда-нибудь? Вы можете мне подавать звуки какие-нибудь, чтобы мне было повеселее на сцене? Да. Кто знает меня, тот знает, что я за партнерство. Нифига не прокатит, чтобы я рассказывала, а вы молчали. Нет. Вот. А -а -а. Я в этот момент, когда вот этот слайд описала, я вспомнила свою старую кошку. Она еще жила с нами, с родителями. Значит, такая кошка, знаете, она уже ей было много лет, там порядка 18. И она все еще иногда со мной играла. То есть когда вот она в одном конце комнаты, а я в другом. И я так вот мышкой шевелю, и она такая, знаете, такая, такая охотится, охотится и засыпает. Понимаете, да, что дело не в кошке? Я сейчас не про кошку. Вот я вижу регулярно таких людей, которые такие о сейчас порву всех, как Соловичук, я следующий Соловичук». И нет. И вот чтобы у нас такого не случалось, чтобы этот год прошел максимально эффективно, я сейчас хотела бы как раз-таки с вами поработать. За каждым успешным успехом стоит очень большой труд, стоит очень много настойчивости. Ты побеждаешь в том, на чем ты настаиваешь, на чем ты имеешь смелость, а местами даже наглость настоять. Но, к сожалению, это продается намного хуже. Поэтому сегодня в моде вот этот успешный успех, сегодня в моде дзен, быть в балансе, быть, блин, вот это вот, как там, в балансе, да, быть еще там где-то, где, как там, да, в потоке, да, я в потоке, я в моменте и так далее и тому подобное. И первое, что я хотела сказать, что сегодня под этот тренд замиксовалось очень много бездельников, правда. Я ничего не имею против баланса и потока, это очень круто. Но жизнь как велосипед. Чтобы сохранять равновесие, необходимо двигаться. Двигаться, а не стоять. И первое, что я хочу сказать с этой сцены, не позволяйте этим бездельникам своровать вашу мечту. Потому что когда ты, допустим, работаешь, ты ставишь себе цели, ты каждый день трудишься, потом заходишь в Инстаграм, и у тебя этот в балансе, этот в моменте, этот на бале. И ты думаешь, вот, может, я дурак? Я, значит, тут работаю каждый день, как профессионал, как сегодня Дима да сказал, как профессионал, просто 24 на 7, делаю звонки, встречи и так далее, а вокруг все, блин, в моменте и в балансе. И вот в этот момент, пожалуйста, не разменивайте свои мечты, потому что еще раз, даже у крутых блогеров, а у меня есть, друзья, крутые блогеры, это огромная работа, но эту работу никто не показывает. Сегодня Рафа Хафизов, он где-то вот где-то да, где рядышком он сидит, он выложил сторисы, как я готовилась к этому выступлению я готовлюсь разнопланово. даже у этого выступления есть бэксайт есть то что никто не видит но оно существует а не каждый кто приобретет пакет vip станет успешным к сожалению я была бы очень рада сказать что приобретая vip и ты в шоколаде все но к сожалению не факт да? потому что пакет vip в нашем случае это всего лишь инструмент твой в достижении твоей цели но сто процентов каждый человек, который стоял сегодня, вчера на сцене, каждый человек, который делает результат, он работает на этом пакете. Почему? Потому что VIP ⁇ это не про отдай деньги. Потому что на сегодняшний день, по большому счету, сгенерировать можно любое количество денег. И 100 тысяч, и 500 тысяч, и 3 миллиона, если понадобится, правильно? Скорее всего, да. Но вопрос заключается в том, в какой диалог ты себя помещаешь, о чем ты будешь говорить. Потому что когда у тебя есть пакет VIP, то это становится твоей реальностью. Ты начинаешь говорить об этом, ты начинаешь допускать сделки об этом, к тебе приходят люди с соответствующим решением, с соответствующим выбором. Понимаете, о чем я говорю? Это как если ты, например, да простят меня, все владельцы Лады Калина, но тем не менее, если ты тусуешься где-то, где все ездят на Лады Калина, и приходишь и говоришь: а у меня порш, то каких ты получишь одобряющих отзывов? Тебе скажут: ты что, дурак, ты знаешь, сколько там ты о, а колеса? Ты представляешь? А бензин, ты будешь просто ездить от заправки до заправки. И в этот момент у тебя есть вариант выбрать эту версию событий и сказать, ну действительно, Лада сейчас стала делать очень стильные тачки, да? у них же там новые дизайны, все круто. И сказать, нафиг нам этот Порш, мы вообще поддерживаем кого? Правильно, нашего производителя. Да? Но, тем не менее, ты можешь выбрать ту тусовку, которая ездит на Порше или на каких-то других крутых машинах, и в этом случае у тебя будут совершенно другие диалоги. Там не будет такого, сколько стоит ТО и так далее. Там разговор будет идти о том, что ты знаешь, есть гораздо круче тачки, давай пересаживайся. Сколько можно ездить на твоем полугодовалом Порше? Уже старая машина. Хорошо, идем дальше. Вопрос. Год. Год это много или мало? А все относительно. Для того, чтобы перестроить полностью свою личность, возможно, не хватит. Для того, чтобы, например, с зарплатой в 50 тысяч рублей стать миллионером, тем более долларовым, скорее всего, не хватит. Но для того, чтобы начать делать правильные шаги, выйти на свои первые, хорошие, стабильные, растущие результаты, этого вполне достаточно. Самым длинным год, кажется, знаете когда? 31 декабря, вот когда бокал с шампанским поднимаешь, и в этот момент тебе кажется, что? Все, похудею, стану миллионером долларовым, а что там еще значит, начну бегать, брошу курить, все, 31 числа, все кажется возможным. Невероятно круто. Но при этом наступает 1 января, и, и ты думаешь, ну ладно, худеть буду с 3 числа, даем салаты. Такие жена готовила, не поймет, скажут, ну в смысле. Потом ты думаешь, ну на спорт пойду с 10 числа, потому что вроде как что тут, все вроде как отдыхают, по гостям хожу. Десятого думаешь, не, делами завалила, пойду с февраля. В феврале думаешь, не, в Крокус сейчас езжу, вот после Крокуса приеду, включусь. В итоге лето, а ты не успел на сезон худеющих к лету. Включайся в сезон худеющих к Новому году. И так по кругу, по кругу. Но, кстати, помните из интересных моментов, это то, что каждый ваш Новый год, вернее, каждый ваш прошлый год, вот, который вы провожаете, думаете, ну, хоть бы наконец-то он прошел, это когда-то ваш новый год. Это когда-то ваш тот год, в который вы думали все похудею и так далее. Но нужно понимать следующее, что в любой свой год и в любое свое место, куда бы ты ни пошел, ты принесешь с собой что? Себя. Поэтому подумаем об этом. Далее. Идем от общего к частному. Первое, что я предлагаю сейчас сделать, это увидеть свою цель через год. Прописать свою цель через год. Мне сейчас многие посмотрят и скажут, ну типа, Наташа, ну мы, мы это знаем, мы это слышали и так далее, и все вот эти веселые мысли. Но я вам точно говорю, что это делает очень маленькое количество людей. Не более 5% это сделает, это правда. И знаете, я вам предлагаю сделать одно интересное упражнение. Упражнение называется Найди все зеленого цвета. Вот сейчас, пожалуйста, посмотрите вокруг и посчитайте предметы зеленого цвета. Посчитайте. Посчитайте. Сколько? Кто нашел 5? А кто нашел 7? Нашли 9. А 30 секунд назад вы вообще думали про то, что в этом зале есть что-то зеленое? Врете. Врать нехорошо. Скорее всего, 30 секунд назад вы об этом даже не задумывались. И это никакая не эзотерика, это не умные книжки, это никакие там не марафоны. То, почему нужно писать свои цели, действительно писать, хотя бы крупными мозгами. Это просто потому, что наш с вами мозг обладает определенной функцией. Функция такого точечного внимания. То же самое происходит, когда, например, хочешь купить себе машину. Вот кто когда-то а, в ожидании своей машины, например, вот присмотрел, вот такую хочу, и оказывается, что весь город ездит на таких же? Вдруг. И ты думаешь, в смысле? В смысле? Я вчера был нормальным человеком, и сегодня просто все на таких машинах ездят. Это происходит, потому что с этого момента ваш мозг начинает видеть именно эти машины. Вы поставили задачу. Соответственно, если вы даже не ставите вашему мозгу задачу на вашу цель, а просто живете так, знаете, по наитию, и все бегут куда-то, и я бегу, знаете, как вот ну типа в сафари зебры, 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 как правило, держатся стаей. И когда смотришь на, зебр, на стаю зебр, это такое зебро большое, одно большое зебро. И Вот это большое зебро побежало у нас, чтобы стать директором, такой бежит, стать директором бежит, но может и не добежать потому что цели не прописаны, потому что вашего в этом мало. А что может помешать вам поставить цель? Первое – это отсутствие навыка. Отсутствие навыка воспринимать работу с целью как, ну, знаете, как, вот, не знаю, как, как гигиену вашу. Вот вы же с утра встаете, чистите зубы. Вы же не делаете из этого подвига. Просто я хочу сказать, что времена поменялись. 15 лет назад Знать про то, что надо ставить цели, про то, что их надо прописывать, с ними оказывается можно работать. Это было вау. Но времена поменялись, и те люди, которые сейчас не работают с целями, они безбожно отстают. Пройдет еще пять лет, и просто этих людей, ну их не будет среди а, тех, кто преуспевает. Очень просто, потому что когда ты чистишь утром зубы, тебе во-первых хорошо самому, правильно? Ну приятненько. Во-вторых, а, ты будешь здоров, потому что бактерии не развиваются, правильно? В-третьих, от тебя будет, ну, если ты не почистишь зубы, от тебя будет дурно пахнуть. Ну, то есть, соответственно, окружающие будут на тебя как-то не так реагировать. В нашем случае то же самое. Когда ты с целями не работаешь, во-первых, тебе самому как-то не очень, потому что ты плывешь куда-то по течению и можешь приплыть на галерку вон туда. Да простит меня галерка. Вы живы? Точно? Я надеюсь, я галерку раздражаю? Моя задача раздражать. А то там вот йоги сидят, может, когда-нибудь сюда переместитесь, если сильно будете злиться. Хорошо, а, второй момент. Если вы не работаете с целями, то у вас происходят какие-то не те а, процессы, да? как вот бактерии. Бактерии создают кариес и так далее. В нашем случае происходят какие-то не те процессы. У тебя не может в голове одновременно быть позитивные мысли и негативные. Вот вы не замечали, что когда вы целеустремленный, неважно в чем, то у вас не бывает такого, что вот я целеустремлен и, и не очень одновременно. Цель либо есть, либо нет. Либо ты утром просыпаешься и подпрыгиваешь, потому что у тебя есть цель, либо ты утром просыпаешь и засыпаешь обратно, потому что у тебя нет этой самой цели. Третий момент. От тебя дурно пахнет. В современном мире, если ты такой бесцельный человек, вечно дауншифтер, вечно в балансе и так далее, от тебя дурно пахнет. Пахнет вот этим, знаете, безделием. Просто пахнет безделием. Хорошо, далее. Что еще может помешать? Лень. Но я вам открою секрет. Лени не существует как таковой. Это в смысле я сейчас не из книжки взяла. Это по факту. Лени как качество не существует. За лени всегда стоит какой-то страх. Например, страх, что я напишу цели, а они не сбудутся. А я их снова напишу, а они снова не сбудутся. И я в себе разочаруюсь. Пойду я на помойку, наемся червяков и так далее. И расстроюсь. Второй вариант, возможно, это страх, что у вас получится. Представляете, я начну преуспевать, а мои друзья ближайшие, например, нет. И что? И они меня пошлют, они во мне разочаруются. А все, а друзей у меня не станет таким образом. Очень много страхов стоит, но я вам рекомендую просто сделать простое, ну, обыкновенное действие. Выписать эти цели. Выписать и хотя бы на них посмотреть. А... Например, есть такая вещь, как непонимание, а зачем мне это делать? Ну, зачем? Вроде как я же делаю. Вот есть, допустим, знаете, там, ИП Дмитрий Романов. Я же в офисе прихожу каждый день в это ИП Дмитрий Романов. Дима там что-то приходит, ножкой потопает. Я думаю, ладно, ладно, сейчас пойду звонки поназначаю. Поназначал звонки, Дима ушел из офиса, я такой расслабился. Вопрос заключается в том, зачем тебе лично это нужно. Есть еще одна штука, это такая современная нехорошая вещь, которая называется цинизм цинизм. Типа, я это уже делал, я уже все знаю. Опять же, очень много, знаете, я об этом рассуждала, очень много берется из Инстаграма, из наших соцсетей. Когда ты заходишь, и в Инстаграме уже все вот просто сплошь и рядом успешные. Замечали? Просто. Может, это у меня такой Инстаграм, я не знаю. Но, тем не менее, все успешные. Все что-то покупают, какие-то марафоны свои выпускают, что-то делают, куда-то на Бали срочно переезжают. И в этот момент ты чувствуешь себя маленьким и думаешь, ну а с чего мне это начать? Все уже такие успешные, я, наверное, опоздал на эту жизнь. Так вот у меня для тебя есть хорошая новость. Помним, да, пункт первый. Успешный успех продается лучше, а за этим стоит большая работа. Поэтому просто включайся в эту игру и все. Далее. Неорганизованность. Я знаю таких людей, которые до лета не опомнятся. Которые будут просто до лета сейчас-сейчас, да-да-да, напишу-напишу, Наташа сказала на итогах, это же так просто, напишу. Лето придет, и ты такой, ой, июнь, ой, день рождения компании, а я что-то вот не алло, я что-то опять ничего не сделал как же так? Поэтому не допусти этого, пожалуйста. Еще один а, нюанс, который люди... А, которым люди то ли отмазываются, то ли им так больше нравится. На что мне надо подготовиться. Нужно, во-первых, дождаться правильной фазу луны. Нужно пройти правильный марафон. Нужно картинок нарезать из журнала правильно. А у меня картинок правильных нет. Мне не те картинки, которые надо. Мне срочно нужно там еще что-то сделать, и вот только тогда я начну писать свои цели. Но нет на самом деле. И еще есть один момент: зачем мне это? Вы знаете, парадигма очень сильно поменялась за последние 15 лет. Помните бородатый анекдот, когда про папуасы и предпринимателя? Когда значит, на океане, на берегу, на пляже лежит папуас, обычный абориген, и вот держит кокос и пьет кокосовую воду. Помните, нет туда этот анекдот? Да? Я вам сейчас покажу другой смысл этого анекдота. И рядышком с ним лежит предприниматель, который проделал свой путь, построил бизнес там и так далее. И он тоже держит кокос и пьет кокосовую воду. И значит, папуас спрашивает этого предпринимателя, вроде как, а чем ты занимаешься? Тот говорит, вот я занимаюсь тем, что я произвожу, ой, а так мне вас видно. Вот я, говорит, произвожу строительные материалы, у меня большие производства, заводы, там я брал на себя риски, брал ответственность, сделал производство. Папуас говорит, М -м, а зачем? Тот говорит, ну я это все продаю моим большим клиентам, это строительные компании, они забирают, строят дома и так далее. Он говорит, М -м, а зачем? Тот говорит, ну как, я от этого зарабатываю деньги, получаю прибыль. Тот говорит, М -м, а зачем? И предприниматель говорит, чтобы быть свободным, чтобы иметь возможность поехать куда-то на океан и вот лежать на пляже и пить, значит, ну кокосовую воду из кокоса. И папуас такой смотрит. На себя с кокосовой водой и на него, и такой, угу". ну, типа, да, понимаете, фишку. Раньше стебали предпринимателей. Раньше стебали, потому что вроде как смысл вот так вот, столько телодвижений делать, для того, чтобы что? Для того, чтобы точно так же лежать. Но на сегодняшний день важно не только то, что ты лежишь на пляже. Например, сегодня на пляж можно поехать за относительно небольшие деньги. Важно то, какой путь ты идешь. Важно то, кем ты себя сделал. Кем ты себя сам сделал? Дима сегодня сказал, что над его личностью упорно работала целая плеяда великолепных профессионалов. И я прекрасно помню этого человека, когда мы только встретились. Это действительно так. То есть на моих глазах этот парень вырос. Он каждую неделю приходил в офис и, знаете, и говорил: "Я закрываю на этой неделе директора". Вот он когда раз уже в пятый пришел и сказал, что я закрываю директора, там просто все заржали. Это был у нас мем просто мем, ну. Я, кстати, никогда над ним не смеялась, я всегда Дим, в тебя верила. Вот. Но это было, правда, очень, это было, правда, очень забавно, когда такой шкет приходит, худой такой, приходит и говорит, я на этой неделе закрываю директора. И потом уже говорили, вон Димка идет, он снова директора закрывает. Только разница в том, что помимо того, что Дима проводил встречи, получал где-то отказы, где-то у него там не срастался этот директор, проходило 96 циклов. Но согласитесь, в борьбе за директора получить 96 циклов, а не 100, это тоже классно. Деньги-то он получил, плюс нашей компании в том, что даже если ты чуть-чуть не дотянул, но деньги-то ты полностью получил. И в один прекрасный момент этот человек закрыл своего директора. А сегодня те люди, которые ему над ним смеялись, они, возможно, в моменте и в балансе. А Димка на сцене стоит и говорит очень важные вещи для вас. Это достойно уважения. И вот после всего вышесказанного я хочу сказать, ребят, не усложняйте. Правда, серьезно, не усложняйте. Вот делайте просто. Просто делайте. И а, давайте поговорим вот о чем. В маршруте всегда есть две точки. Есть точка Б, есть точка А. Точка Б ⁇ это то, что мы с вами только что обсудили, что вы пропишете ваши цели хотя бы общими мазками. Хотя бы как-то, да, потому что у нас есть отдельное обучение, где мы полностью прорабатываем там все цифры, что сделать нужно там, кто тебе в этом может помочь и так далее. Мы все это прорабатываем. Но сегодня это важно сделать. А есть точка А, это то, откуда мы стартуем. И вот в точке А мы весь декабрь работали с с Димой, с Сашей, с Ириной, с командами, и мы пришли к очень интересному выводу. То, что в точке А есть ловушка. Например, ты уже год в бизнесе, и у тебя, например, что-то классно получается. К примеру, ты клевый спикер. Вот есть же у нас клевые спикеры? Так вот важно, оцифруй, пожалуйста, в точке А, что у тебя получается, и не застревай в этом. Потому что если ты клевый спикер первые полгода, это классно. А если прошел год, а ты все еще только клевый спикер, то ты скоро мхом покроешься, мы по тебе будем север определять. Поэтому, пожалуйста, обрати на это внимание, если ты просто застрял в чем-то, или ты так классно проводишь трехсторонние встречи и ты занимаешься этим круглосуточно, то, скорее всего, тебе нужно идти дальше и выращивать под собой тех, кто будет это делать, потому что если ты долгое время красавчик в чем-то одном, то ты уже не красавчик, ты уже, уже начинается регрессия, а не прогресс. А вот и второй момент это оцифруйте то, чего вам не хватило до цели в прошлом году. Почему цель не сработала? Причем здесь очень важно просто ретроспективно, да, вот есть перспектива, есть ретроспектива. Так вот, важно ретроспективно просто посмотреть на свой год и без эмоций провести простой анализ, просто выписать. У меня для этого есть, я знаю, почему люди этого не делают, потому что это как чулан куда складывается все барахло, которое тебе не нужно. Плюс там живет бабайка. И туда залезать страшно. Именно поэтому люди, как правило, вот в эту боль не заходят. Но, ребят, в боли есть наш очень большой ресурс. Поэтому, когда ты туда залезть боишься, у меня для тебя есть техника-секретарь. Я, кстати, так делаю, когда мне нужно сделать какую-то рутинную работу, которая мне не нравится. Я сама себя нанимаю, типа в найм. Я говорю: "Так, Наташа, ты сейчас будешь у меня секретарем. Твоя задача сделать вот это. Просто там что-то пересчитать или там документы проверить или еще что-то". Вот я просто себя нанимаю. И в этот момент Наташа, секретарь, начинает пересматривать, а что мне было больно, а что мне не хватило и так далее. Так вот тебе нужно просто это вычислить и нивелировать и все. А, еще момент: если вы все еще не партнер. Да, и вы, например, гость, вы сегодня к нам присматриваетесь, и для вас, возможно, точка Б – это какие-то цели совместно с нами, да, а это вполне возможно после двух дней нашего с вами знакомства и общения, то посмотрите, в какой точке вы находитесь сейчас. Может быть, вы находитесь в найме, да, у вас есть какие-то крутые отработанные скиллы, но каких-то моментов у вас нет. Может быть, у вас, не знаю, может быть, вы в бизнесе, и у вас есть какие-то классные ресурсы, но опять-таки есть какие-то страхи. Посмотрите точку А, где вы находитесь. И между этими точками мы прокладываем дорожную карту. В нашем случае вот сейчас очень важный момент, можете сфотографировать данный слайд, потому что если вы сделаете это не в процессе, типа знаете, там перед августом, перед регатой вы там за месяц начинаете что-то делать, а если вы уже сейчас возьмете ежедневник. И проработаете его. То есть запишите все наши ключевые э, мероприятия, запишите туда все наши ключевые активности и все ваши задачи под это мероприятие. У вас появится некая дорожная карта. И вы можете помочь себе вопросами: первое: какая у меня будет квалификация на следующих итогах года? Я знаю, что, например, Толя Шебецкая уже думает, какое платье у него будет на следующее. Она вчера подходит и говорит: Я увидела свою номинацию. Я понимаю, что женщина, которая изобрела себе и номинацию и платье, <laughs> это просто не остановить человек. Кто уже увидел для себя какую-то номинацию и какую-то квалификацию на следующий год? Остальные, видимо, такие, мы посидим, посмотрим, мы посидим, посмотрим. Так и будете сидеть. Так вот, какая будет квалификация? Далее, какую статуэтку я получу? За что? Вот в момент, когда у нас шли вручения номинаций, вчера мне написало несколько партнеров и спросила: а где можно посмотреть, какие номинации, какие критерии и так далее? Ребята, у нас все есть в нашем личном кабинете. Все всегда появляется заранее, и каждый абсолютно партнер может претендовать на любую номинацию. Далее, где я буду сидеть? Вон там на галерке йогой заниматься? Или за столиком? Кому хотелось бы за столиком сидеть? Вот я сейчас слышу, да, да, да. Сколько партнеров со мной приедет? Просто возьми и увидь этот момент. Вот просто пример на себя, скажем так, пиджак успешного человека. Понравилось, как выступала Ирина сегодня? Просто возьми и пример на себя ее пиджак, ну или там платье, костюм. <см recovery> Понравилось, как Дима выступал? Пожалуйста, примерно на себя, а, пиджак Димы. Итак, расписываем мероприятие на год. И наше мероприятие я сейчас могу озвучить. Во-первых, это наша апрельская школа. Мы ее назвали Школа ключевого человека. Очень скоро мы уже вынесем, скажем так, все критерии, да? то есть все красиво напишем, там, место проведения и так далее. Но точно это будет Москва. Это будет точно 9-10 апреля. Вы прямо сейчас можете себе уже расставлять галочки. И прямо точно вы туда должны приехать с вашими партнерами. Причем можно планировать, опять же, да, то есть все в обратном направлении. Если я хочу к концу года быть премьером, то сколько же мне нужно партнеров привести с собой на школу, которая будет у нас в апреле. Далее у нас будет день рождения компании. Это крупными мазками. У нас также еще есть различные небольшие активности ну, в месяц региональные. День рождения компании. И на дне рождения компании точно так же кому-то будут вручать красивые там, подарки, номинации, кого-то будут при, а, признавать, приглашать на сцену, а кто-то будет снова сидеть на галерке. Или не приедет. А, далее у нас будет мероприятие в Турции. А, просто чтобы вы понимали, да, вот кто уже сегодня задумывается о Турции? Есть такие люди? Не факт. Я когда сидела на галерке, я так далеко не думала. Я сама, когда сидела на галерке, я думала максимум на месяц вперед. Так вот, если вы этот навык думать наперед освоите, ребят, вы увидите, как у вас каждый год станет эффективным. Также у нас будут итоги года и лидерская поездка. Вот на этой лидерской поездке мы едем в Дубай, но будет точно такая же следующая поездка через год. И вот ты там будешь, интересно, или нет? И последнюю мысль, которую я хотела донести, как раз у меня остается на это время, это такой некий треугольник, где у нас участвуют три понятия. Видение, приоритеты и дисциплина. Смотрите, вот чтобы достигать цели, это такая сухая вещь, которую хочется вам рассказать, чтобы достигать цели, нам необходимо держаться трех понятий. Первое ⁇ это позитивное видение. Оно рождается, когда ты эти цели прописываешь. То есть когда ты действительно уделил время и написал цели на год, у тебя рождается видение, твое собственное, то, на чем ты основываешься, о чем сегодня Дима говорил со сцены Соловичук, да? как что у тебя есть своя собственная стратегия, свой собственный внутренний мир, своя глубина, и люди туда погружаются. Далее. Так, где у меня? далее, второй момент – это дисциплина. Дисциплина рождается, когда у тебя прописана дорожная карта. Когда у тебя не просто ты такой помечтал, цели загадал, марафон прошел, растущую луну дождался, все классно, и все. А у тебя прописана твоя дорожная карта. И вот эти два понятия они создают в тебе третье, они создают в тебе приоритеты. Твои приоритеты. Потому что если ты реально хочешь этот год прожить эффективно, так, чтобы следующий год радоваться своим успехом, успехом своей команды, то тебе необходимо будет, ну как сказать, заплатить определенную цену. Эта цена она идет через наш выбор. Даже вот сегодня, смотрите, да, и вот из этих трех, из этого треугольника рождаются твои действия. Вот сегодня, например, пока у нас Ирина выступала, я вышла, скажем так, в дамскую комнату буквально на секундочку. Я держалась как могла и буквально на секундочку вышла. И я туда бежала. Вот вопрос: как вы думаете, есть ли что-то на итогах года, чего я не знаю, учитывая, что я соорганизатор? И мое отношение, я 15 лет езжу на итоги года, 15. Я эти итоги года знаю наизусть. Но я знаю точно, что в каждых итогах мы разные, спикеры разные, наши люди разные, экономика разная, я разная. И вот когда Ирина выступала на сцене, я бежала туда, куда я бежала, и смотрю, значит, у нас партнер, стоит партнер, который мне недавно пел замечательную песню, как он сильно хочет преуспеть в бизнесе в бизнесе, в смысле в партнерской программе. И он стоит разговаривать с нашими дорогими уважаемыми разработчиками. Я ему звоню, тут же говорю, а это не ты ли вот случайно там стоишь? Я не буду тебя сейчас по имени называть. Он такой говорит, я, я говорю, и что тогда ты мне, что ты хочешь сеть? Я говорю, ты знаешь, что сейчас выступает Ирина Козик которая рассказывает как раз таки о том, чего ты хочешь, а ты стоишь там. и говорит, я налаживаю отношения с разработчиками. А он в департаменте по продукту. Как вы думаете, они у него сильно не налажены? Просто мне вот интересно. Отсюда вопрос. И еще раз, смотрите, где у меня эта штука. К чему я вела? К тому, что когда у тебя есть твое видение, Твое собственное, не куратором навязанное, не потому что это модно, а то, что тебе это реально откликается. Когда у тебя есть дисциплина, потому что ты прописал эти задачи, у тебя рождаются твои приоритеты. И вот твой приоритет, ты понимаешь, ты такой только шасть куда-то туда. И потом смотришь, думаешь, Ирина вышла. Не, я сяду-ка, я посижу. Потому что я хочу быть на сцене, я хочу с этой же темой выйти. Я хочу весь тот лайфстайл, про который она говорила, на джете, блин, летать. Я летала три раза, это так круто. Вы мне просто ну, не представляете. Хорошо. И последнее, я буду завершать: что ты будешь делать после итогов года? Для того, чтобы дойти до твоей цели, что ты будешь делать после итогов года? Первое, тебе необходимо прям фотографировать. И первое, необходимо согласовать план действий с куратором. Даже если ты сейчас гость, и ты сидишь и половину из того, что я говорю, не понимаешь. Я тут упоминаю каких-то странных людей, я говорю про какие-то странные активности, я говорю, что надо ехать в Турцию, ты думаешь, какую еще Турцию? Вот просто тебе говорю, если ты планируешь делать бизнес с нами, становиться партнером компании, то, пожалуйста, обозначь свой план вместе с куратором. Второй момент, очень важный. Как можно скорее подтверди, либо закрой квалификацию директора. Если ты уже директор, пожалуйста, как можно скорее подтверди. Не тяни с этим вопросом. Если ты еще не директор, как можно, как можно скорее закрой. Почему? Потому что снять эту задачу. Когда ты будешь закрывать себе премьера и когда ты будешь закрывать директоров и ПСД и так далее своим людям, если у тебя даже своя задача, своя галочка не снята. Как вы думаете, откуда я это знаю? Не Ирина нажаловалась. На самом деле мы готовимся с лидерами все вместе, мы скидываем друг другу темы, просим добавить, подкорректировать и так далее. И очень многие вещи они рождаются именно в соутворчестве, да, то есть в наших содействиях. Далее, следующий момент: закрывать квалификации каждую неделю, а не разово. Есть у нас такие разовые, товарищи директора, которые закрывают. Мы даже знаете, что думали? Мы уже с лидерами подумали убрать название директор. Потому что есть ощущение, что когда человек закрывает директор, он думает, ну все, я директор. В принципе, я что, все, огонь, я же директор, классно. Наш менталитет, да, он говорит о том, что ну ты же как бы директор, все, все здорово. Так вот, закрывать квалификацию регулярно, как навык. Потому что когда у тебя регулярно срабатывает квалификация, это твой стабильный чек. У тебя больше не будет вот этого, знаете, разрыва. То есть ты, когда спортом занимаешься регулярно, тебе легко это делать. Тебе легко брать какие-то новые планки. Но если ты делаешь на три месяца перерыв, понимаете, то есть на свою цель нужно работать регулярно. Не так, что график, как у охранника, типа сутки через трое. Я такой, сутки я целеустремленный, ну трое я так себе, но потом снова целеустремленный. Нет, такого быть не должно. Далее, сработать на московскую школу бизнеса. Это онлайн мероприятие, которое у нас будет сейчас, и оно доступно абсолютно любому человеку из любого региона. Также у вас будут ваши региональные мероприятия. И вот тут очень важно, как ты думаешь. Вот смотри, да, то есть вернемся на предыдущий слайд. Смотри, у тебя есть видение, что ты будешь закрывать квалификацию премьера. Например, в течение года ты хочешь ее закрыть. У тебя есть дисциплина, ты прописал себе дорожную карту, у тебя есть твои приоритеты, но ты приезжаешь в свой город, а в твоем городе не будет проводиться в ближайшее время мероприятие. И ты такой, уа, 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 уа". а все, очень хорошая отмазка, а у меня нету, а все, никак. Так вот смотри, какие действия рождаются на этой схеме? Очень просто. Ты звонишь своему куратору, да, где у нас согласовать план действий с куратором. Ты звонишь куратору и говоришь, дорогой куратор, я буду делать премьера, не все же вот этим товарищам стоять на сцене, тоже хочу уже выйти. Я буду делать премьера, поэтому мне необходимо, чтобы у меня прошло региональное мероприятие. И вы смотрите, это будет региональное мероприятие в соседнем городе, или вы проведете в вашем городе. Понимаешь разницу в мышлении? А не так, что ну вот так вот так получилось, вот так случилось. И последний момент – это запланировать совместно апрельскую школу, апрельское обучение с твоей командой еще раз, на апрельскую школу нужно начинать работать не вот в апреле, да, там 8 числа, чтобы на 9 самому как-нибудь уж квалифицироваться, а сделать так, чтобы с тобой было 5, 7, 10, 20 человек, чтобы с тобой приехало, возможно, целое там 100 человек. Но никто не ждал вас, а вы взяли и приехали. Мы будем рады таким сюрпризам. И последняя мысль, которую донесу, это то, что в каждом твоем действии есть твой выбор. Твоя серия решений, она каждый день. И каждый день ты себя в мелочах учишь либо выигрывать, либо проигрывать. Вот ты с утра встаешь, возвращаешься, вы знаете, повесьте вот это на холодильник себе. На заставку себе на телефон это поставьте, хотя бы на месяц, и вы увидите, какой будет результат. Ты утром просыпаешься, тебе так лениво-лениво. Думаешь, ну полежу-ка я в кроватке, пожалуйста. Ну вот ну здорово же. Смотришь, так, нет, стоп, видение. Видение у меня какое? Ага, дисциплина какая, приоритеты. Исходя из этого, ты принимаешь решение, что ты идешь, пишешь список, делаешь звонки, делаешь встречи, делаешь всю вот эту вот нашу рутинную работу, но та рутинная работа, которая приводит нас в итоге к результатам, к стабильным результатам. И в этот момент, знаете, что получается? Вот когда ты утром проснулся, и у тебя было это колебание, а наш мозг, он всегда разводит нас, даже банально вот эти плюс 10 минуточек, да? Когда ты просыпаешься на будильнике, такой чпоньк, 10 минуточек, еще 10 минуточек, еще 10 минуточек, еще 10 минуточек и так ты час провалялся. Смысл в чем? твой мозг в этот момент, у него формируются новые нейронные связи, в которых ты только что научил себя выигрывать. У тебя был вопрос проводить презентацию, не проводить презентацию, ехать на итоги года, не ехать на итоги года. Но ты сделал это, ты привез с собой команды, и у тебя снова твой мозг зафиксировал, что ты это можешь, ты на это способен. Вот эти нейронные связи — это очень важная вещь. И в каждом своем дне, в каждом своем выборе, ребята, вы себя учите либо проигрывать, либо выигрывать. И это надо выбрать. Ну и последнее, что я скажу, третий раз, это то, что мы на сегодняшний день сильны как никогда. Мне на душе очень спокойно, потому что у нас заряжена команда лидеров, у нас очень четкие проработанные цели, у нас к этим целям подобраны уже инструменты. Плюсом у нас такая команда, которая всегда играет в рынке, и если что-то меняется, мы изменим свой план очень быстро, но мы придем к тем результатам, которые нам нужны. У нас современный эффективный продукт. Мы уже время, мне кажется, обгоняем, а не просто в ногу со временем идем. У нас лояльная компания, которая максимально нам помогает. Максимально. Мы в компанию говорим: Вячеслав Сергеевич, нам нужна какая-то классная лидерская поездка. Вячеслав говорит: ну давайте подумаем, куда. Мы говорим: слушайте, ну вот было бы классно на регату погнать. На регату классная идея, мотивирует? 100% мотивирует. Вячеслав говорит: я подумаю к вечеру он уже подумал, дал нам ответ, что да, пожалуйста, мы поедем туда, и компания выделит нам этот промоушен. Это ли вот не партнерство, то, о котором многие мечтают, сформированная вокруг продукта инфраструктура. Нам с вами не нужно становиться маркетологами, нам не нужно с вами становиться тем, кем мы не являемся. У нас для этого есть очень качественные команды наших внедренцев, которые нам помогают. У нас есть готовая система обучения и поддержка и сопровождение кураторов. И последнее, пятый раз. <laughs> Точно уже последнее, то, что мы намерены сделать 22 год годом роста сети. Это правда так. Мы, знаете, мы очень... Мы очень жестко работали классно в 16, 17, 18 году, и у нас сеть начала обгонять качество работы с продуктом. Но это правда. И в этот момент мы сделали этот крен на работу с продуктом осознанно, для того, чтобы мы могли стоять на фундаменте, для того, чтобы к нам в нашу команду могли приходить по-настоящему качественные люди, и нам не приходилось бы краснеть за то, что у нас продукт вроде бы какой-то есть, а вроде бы и нет, а вроде бы мы сами не знаем, что с ним делать. И на сегодняшний день у нас есть тот продукт и та основа, с которой мы можем действительно круто работать. И сейчас мы снова набираем очень, очень, очень большие обороты именно по работе со структурой. Ну и наше бизнес-путешествие начинается прямо в этом году, поэтому запрыгивайте в наш бизнес-джет и welcome. Будем работать. Спасибо.